Вон там! Я никогда раньше такого не видел. Пусть тебя это не останавливает. Давай размажь все по себе. Они меняются. Вот дьявол, мой жилет. Фу, воняет. Кто-то еще жив. Осторожнее. Спокойно. Все в порядке. Мы... Погаси свет. О, боже! Проклятие! Бежим! Бежим, бежим! Все будет плохо. Круто! Что ж, битву мы выиграли. Пора на войну. Всем привет. Меня зовут Виктор, и мы начинаем прохождение Left 4 Dead. Ну, судя по начальной заставке, ждет меня что-то прям очень охрененное. Сложность. Компания, глава, персонаж. Так, сложность средняя. А какие вообще есть? Легко, мастер, эксперт. Играть на среднем уровне сложности легко. А чем вы отличаетесь? Играть на легком уровне сложности для неопытных игроков. Мастер для опытных игроков. Эксперт для самых опытных. Давай средний возьмем. Не знаю, что за игра, но мне уже очково, судя по заставке, по трейлеру, вернее. Компания.
нет милосердия. А чем отличаетесь? Роковой полет, компания, дополнительная компания. Не понимаю. А, тут, наверное, как-то они будут... Персонаж. Так. Зай, Фрэнсис, Луис и случайно. Случайно не Варик. Ну, я не дед бородатый, не баба, не чернокожий. И не. Я белый мужик. Фрэнсис, значит. Хотя название бабское, капец. Можно как-то переименовать тебя, интересно? Нет, так, начать игру. Давай начнем игру, посмотрим. Короче, я буду играть. А, вот, Пенни Претц в роли Фрэнсиса. Ха, прикольно, да? Зой в роли себя. Прикольно сделано. Пенни Претц в роли Фрэнсиса. Блядь. Сейчас не да. Направляйтесь в госпиталь милосердия для эвакуации. Повторяю, направляйтесь в госпиталь милосердия. Так, параметры. Давай, яркость аудио. Громкость звука. Давай я уменьшу на 50%. Не знаю, как это будет в игре. Ребят, в комментариях обязательно напишите. Два динамика. А, 4. У меня наушники, тип динамиков. О, подожди. А я не знаю, что это влияет. Нет, два динамика. Тип динамиков, 4 динамика. Ну пусть у меня будет наушники. Качество высокое, субтитры. А, субтитры. Только субтитры, полные комментарии. Хер его знает. Давай поспаем. Руз включено. Включить голос в игре. Так, у меня игра одиночная. А, зачем мне голос в игре? Потом, если что, мы изменим. Если вдруг. Список достижения параметры. Так, а что здесь? Клавиатура, мышь. Давай посмотрим. Чувствительность мыши вроде пока нормально. Изменить управление. Давай посмотрим. Вперед, назад. Идти шагом. Shift. Прыжок, присесть. Подожди, нет. Меня интересует бег. Бег. Или они всегда бегают, а идти шагом это shift. Бой. Огонь, огонь, огонь. Перезарядка оружия стандартно. Предыдущее оружие. Left up. Нет, подожди. Маус 3, кнопка мыши 3. Это что такое? Оттолкнуть врагов. Подожди, оттолкнуть врагов мы. Вот это можем использовать, маус 5. А маус 2 это... А, нет. Вот так вот, да? Для меня это привычнее будет. Предыдущее оружие. Вот так. А, ну это, по-моему, так и было, да? То есть последнее оружие. Так, голосовое общение. Меню, меню, пистолет. А, так, основное оружие один. Так, ребят, я играю в первый раз, поэтому сейчас некоторые вещи мне тут как бы, может быть, и непонятны будут. Маус, attention, play. Я с тобой. Так, а на что взять? Так, подожди, стоп. Взять. Ненавижу метро. Что-то, по-моему, громковато они базарят. Нет, подожди, так, давай смотреть тогда. Клавиатура, мышь. Взять это назад. Взаимодействие как? Идти, присесть, огонь. Так, использовать не то. Перезарядка. Приказы, выбрать команду. Фонарь, нести, вывод. Так, разные. Использовать рычаг и ТД, Е. Фонарь, F, нанести, спрей, Т. Сделать скриншот, выход. Использовать. Ну, тут написано на Е. Так, стой, а я применить-то не нажал же, по-моему. Я же, по-моему, не нажал. Применить маус. Ну, хотя нет, здесь все как это. Окей, так, окей, окей. Так, на Е. Ну, у меня написано на Е. Или как тут на Е? F. Фонарь выключен. Е. А что тут еще? Шипение аэрозоля. А, нет. Выбрать аптечку. Так, выбрать... взять. Сейчас. Выбрать оружие, предмет. Это аптечка. Пестик. У пестика прицела нету. У дробаша прицел тоже не работает.
Так, тебя я взял. Помповое ружье. А так, ты подожди, ты с помповым ружьем, что ли, бегать будешь? Я не любитель, я не любитель помповых ружей, если честно. Прикрываю сзади. Ты красавчик. Так, а что надо сделать? Куда мы идем? Сюда? Так. Блять, подожди, что-то это. Управление. Так, надо еще маленечко поднастроить. Клавиатура, мышь. Чувствительность мыши. Надо маленечко убрать, еще снизить. Это минимальное, что ли, или что? Вот так, давай сделаем. Потому что вот так вроде получше. Так, у них получается есть это, анимация типа шагов, он покачивание происходит у них там, да? Так, перезарядка, 128 патронов. Давай мы сперва пестик возьмем. Так, я спрей просрал, да, уже я и спрей. Спрей использовать на Т, аптечка мы так используем. Вот, на пестик, ну-ка давай. И что? Так, ты прыгать можешь? Shift, идти пешком, ага. То есть, значит, вы постоянно быстро ходите. И что я теперь? Ёпта мать. Держитесь вместе, чтобы выжить. Витя, а ты косой пиздец. У пистолетов бесконечный боекомплект. Так, вас лутать можно? Нельзя. Так, вас нельзя лутать. А вообще что-нибудь лутать можно? А, ну похоже у вас это, прицела нету, да? То есть у пистолетов ничего. Блять, непривычно, конечно, что прицела нет. Так, пока закроем дверь. Подожди, а что за херня была? А что за дым-то? Блять, фонарик. Стоя, фонарик, ну вот же, вот. Блять. Стой, почему ты не идешь туда? Как-то. Я не понимаю, что происходит, что за это? Что с это с движениями? Блять, фонарикс. Все, тут нету никого. Так, ну мы. А почему курильщик? Он, то есть, что с ним такое? Блять, там задыхаешься, да? Так, присесть можно, да? Давай мы проходим. Так, нам надо сюда. Так, а что здесь? Какие-то задания, что-то есть? Почаще оглядывайтесь, я слышу охотника. Так, они умеют через двери проходить, нет? Тварина, блядь. Кто тут базарит? Фонарик. Ну-ка, я могу... О-хо-хо-хо-хо! Разнес нахер пистолет. Блин, фонарь, конечно, это... Яркость никак нельзя тут добавить фонаря.
Что там? Что там за блювотина? Блять, куда? Подожди, вот. С это. В смысле, а где ты их нашел? Почему я их не увидел? А здесь дверь открывается? Нет. А, нет, открывается. Действия не было просто. Давай тогда откроем, типа мы уже там были. Так, ну чё? Чё мы? Так, я же где-то... Стоп, куда? Сюда, сюда. В смысле, атака начинается. Где кто, ёпты, где кто? То есть, подожди, кидаешь гранату, и они, то есть, прям на гранату, что ли, это, летят? Кто тут блюет, блядь? Это чё? Такое чувство, что я это, присел на картаке. О, вон. Толстяк взрывается, забрызгал вас. Нихуя не вижу. Что случилось-то? В кого стрелять? Так. Блин. А чё я? Почему я пошевелился? Вот, всё. А, я в ванне стоял. Дай пройти. Блин, непривычно, что их лутать нельзя. Непривычно, что лутать нельзя. Так, а карта тут существует? Карта. А, не, мне же там что-то написал в комментарии человек, что карта есть. Ну, ладно, я сперва в эту. Посмотрим, что с ней. Кажется, я видел охотника. Ты видел охотника, молодец. Может, ты еще скажешь... Бил. Куда нам идти? И где то тварь, которая пердит. А я все время буду тут ночью играть. У меня уже хпп. Вот сука. Чем-то, знаете, это. Игруха есть. 28 дней спустя. Ой, игруха. Фильм 28 дней спустя. Что-то там вот это вот. Меня бесит, когда зомби вот так вот бегать быстро умеют. Я прям это... Сука, это мой самый сильный страх. Когда зомби бегать умеют. Вот таблетки! Я вижу, не ори, блядь. Толстяк стонет. Сука. Фонарики прям это... Какие-то... Может, без него лучше будет, нахуй-то там. Отличный выстрел! Оба-на! Язык мой, враг мой. Охотник сцапал Фрэнсиса! Не Фрэнсиса, а Пенни. Хватит, нахуй, тут ваша Фрэнсис. Фрэнсис — это девочка какая-то, пятилетняя, блядь. Надо же было. Опа. О. Перезаряжаю. А... Так. А где, как взять, где пистолет второй? А, вот. Оба-на. Так, не знаешь, что интересно, сохраняться-то тут можно или как? А, ну-ка, если я F5 нажму, что будет? Лис убивает персонажа-курильщик. Что-то все убивают. Тут, походу, боты круче меня играют. Вот что в готике нельзя таких ботов сделать, а? Вот в готике бы можно было запросто. Отлично.
почему? Так, ну-ка, если мы вот так. Оба-на. Читерную эту включил. Из пистолета. Читерная включилась, это пуха. Ну-ка, вот так. Нет, не так, не канает. Макрос включил. На пистолет и макрос включил. Слушайте, я же тоже убиваю. Почему мне никаких достижений, что я там кого-то убил, там, блядь? Или что, я никого не убиваю? Где там пердит какая-то тварина? Толстяк. Прикольно. Чем-то вот что-то смахивает такое вот это. Evil Within. Падла. На Evil Within чем-то смахивает. Ну, как и вот, что-то не знаю, что-то вот такое меня как оттеняет. Ты устала или что? Так, чё, оу, кто там, оу, блядь, оу, да, оу. Так, все тут нету. Зачистили участок. Знаете, в чё бы я поиграть, ребята, это? Есть, короче, у Resident Evil стрелялка, там шестая, кто он? Он как-то шестой, что ли, там назывался. Где, короче, ты там именно прям за спецназовцев играешь. Вот, я в нее как-то играл там прям. Оба, я толстяка наконец-то убил. Я хоть кого-то наконец-то убил. Охренеть, а тут морды чья-то видел. Ёб твою херь. Ё-моё. Сколько, давай-ка сперва вот сюда мы заглянем. Тут бомбища лежит, да? Тут лежит бомбища. А это что такое? Коктейль Молотова. Хорошенько. Вот бы там тоже прикольно было поиграть с это. С напарниками. Живем. Сейчас рванет эта херня, ёб твою мать. А, shift, он же. Все, выжили. Давай лечи, держись. Это поможет. А как лечиться? А вот. А как сама, как аптечку-то использовать? Ну вот, я взял ее, и что? Подлечить персонажа. Ну я подлечу-то персонажа Билла. Как мне себя-то подлечить? Самолечение. Хуй его знает. Ну давай. А, Луис. Луису уже. Дай-ка мне вылечить тебя. Ну вылечи. Черт, хватит уже, да я тебя вылечу. Держись. И вас лечат, да? Спасибо. Чудесно. Спасибо, я твой должник. Все, обмен любезностями закончен, можем дальше идти.
Подожди, а что ты не взорв... Я думал, эта херня сейчас взорвется, загорелась, а щеманулся оттуда. А хер-то там. Хер-то там. Блин, а тут можно как-нибудь... Подожди, знаешь, что меня интересует? Я хочу в параметрах посмотреть Steam Cloud. Прицел, консоль, геймпад, поменять чувствительность мыши, фильтры. Походу тут нету такого, да, чтобы этот, ну как в КС-ке можно было выбрать себе прицел. Слушай, ну меня одно радует, что у пистолетов боезапас безграничный. Вот что меня приятно это радует. Доберитесь до убежища. Это убежище, нам сюда надо было, да? Да. О, подожди, этот. Угу. Так, взять аптечку. Ока, ну-ка. А я вон тот я с фонарь. А это я могу взять? Ну, пистолет. Подожди, а я вот это могу взять? Или это у меня взято? А почему у нас с фонариком? Ну, тут же с фонариком нарисовано, а у меня она без фонарика, да? Что ты делаешь? Ты что делаешь? Тебя надо перезарядить на всякий случай дробаш. Да нахер мне такой дробаш, если это. Подожди, а я могу там этот пистоль? А я уже походу не могу там пистоль взять, да? Так, ну-ка. Что здесь у нас? Тут еще. Тут охотник тогда. Ну, блядь, базара нет, осторожно. Здесь есть коктейль Молотова. Вау, я подобрал. Коктейль Молотова. Кальмар такой? А, ну это аквацентр. Нам да? По красной ветке на север. Как, в смысле, на север? А я хотел. То есть это нам туда, значит, да? Не стопы, ребята. Подожди, я еще вот здесь не проверил. Так, ну-ка, знаешь, что мы вот так? Ф. А, ну это тут фонарь показывается, да? Я еще вот здесь не проверил, что у нас. По красной ветке вам на север. Вам там уж на север. Перезаряжаю! А ну, короче, понятно. Все, окей. Погнали. Всех своих напарников. Блин, я же вроде увернулся, как так? Сука, и от него же не вырваться, да? Получается.
Блин, и от него это... И не вырваться получается. Не, ну так вообще прям... Ва, динамичная игруля. Чё, пестик? Пестик. Здесь есть оружие? Есть оружие. Кому надо, берите. Так, давай мы, наверное, звук... Звук, наверное, еще надо подубавить. Вот так. Я хотя фиг его знает вообще. Так, нам по... Мы сверху пришли, да? Или нам... Я что-то запутался, куда нам? Опять крабовый центр по красной ветке. Сюда, куда? О, тут есть метро Стопе. Я тебя слышу. Не надо мне там бурчать. Я тебя видел. Перезаряжаю. Будьте осторожны. Так, подожди, а я в вас, если попадаю, своих персонажей. Блин, ребята, спасите. Сваливаем, сваливаем. Че, подлечите меня кто-нибудь, а, ребят? А? Подлечите? Нет? Ну, спасибо. Я этот плач узнаю, это в заставке была эта плачущая тварь. Блин, нигер попался под огонь. Блин. Чё, ребята, я по вам стреляю, да? Ну, сорян, чё. Я, конечно, извиняюсь за слово нигер, конечно, да, то есть, ну... Я надеюсь, тут эти... Пропаганда движения БЛМ там нету. Так, нам вниз надо, вверх. Не знаю, мы сейчас вверх, вниз, хер его знает куда. Так, стопы, здесь что-то... Чё здесь такое... Я не знаю, куда бежать, я не знаю, куда идти, карты нету, я просто иду, да? В принципе, знаете, наверное, как похоже на реальные какие-то условия. Ты вот оказался просто в городе, и хер знает, куда идти. Ты чё, падла? Сможешь идти? Нормально. Я ему в яйца попал, видали? Так, так. Хиль, 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 дружище, хиль. Все, ну все вам. Идет оживление. А я что, умер, что ли? В смысле, что за оживление? Вас лечат. Подожди, а как я... А как я, если был я мертвый, я стрелял, да? То есть меня убили. Надо просто этих в расход пускать, а самому маленечко это поаккуратнее. Ну тут они как бы это летят. Здесь боеприпасы. Они вылетают непредсказуемо просто. То есть ты вроде идешь, как бы зачистил местность, получается, а тут один хер они вылетают. Ну в напряженке держит, конечно. Кого, меня? А вон Луиса заштопай. Вот Зоя лечит Луиса. Да, конечно. Должен. Стопы. Ведьма, ведьма. Осторожнее.
Я, наверное, автомат возьму, когда берем-то до очередной этот. Я возьму автомат. Охотник, да? Мудила. Блять, я и его, и Луиса умотал. Не, ну вот это прикольно, стрельба из пистолета такая. Пестики могут, пестики дают. Так, а что здесь, куда? Может, что здесь подобрать можно? Бежит, но... Гоу! А, вы их уже убили, да? Со спины кто-то хочет зайти. Я тебя видел. Можешь не прятаться. Спасибо тебе, Зой. Беру таблетки. Перезаряжаю. Фу. Тут, похоже, как бы сюжета, наверное, нету, да? Я черт его знает. Надо просто куда-то нам выбраться, куда-то добраться, куда-то выйти. Я там видел ответвление, туннельчик, типа тоннельчика, да? Давай-ка мы попробуем, если мне не приглючилось. Ну, где-то вот здесь, да, по-моему, или нет? Что такое? Охереть, у него язык длинный. Да пошел ты, не пойду я ни в какой там тон. Охренеть, вот у него длиннющий-то язычище. Так, туда нельзя. О, что здесь тут? Здесь есть коктейль Молотова. А, типа он уже мне лишний, что ли, не лезет? Да? Прикол. Туда вниз, походу, не спуститься. Ну, может быть, нам и не надо. По красной ветке, но... По красной ветке куда нам надо прийти-то? Тут что-то не прочитать ничего. Блин, в Дайнлайн я не читал там все эти записки, какие мне попадались, а то здесь бы я с удовольствием что-нибудь прочитал про то, что куда мне надо идти, зачем мне надо идти. Так, это огонь. Ну, то есть похоже, что газ там какой-то горит. Так, давай мы вот так. И сюда. А я что, вернулся туда, откуда пришел, что ли? В смысле, это ж не прикольно. Это вообще не прикольно. Ну как я мог вернуться-то туда, откуда? Ну если здесь... Ну точно здесь пестик лежит. Это я... Холли... Стрит Стейшн. Так, по красной... А как? И чё, и куда? Тут тупик получается, все. Куда идти-то? И смысл было мне тогда сюда возвращаться. Прикольно, может сюда надо спуститься будет? Тут уже желтое. Как понять, где желтое, где красное? Не, ну я опять... Стоп, подожди. А, так. Фу. И чё я, стоп? Столько зомбаков положили, и мы... Вернулись в исходное... В исходную точку, да? Холли били. В рот тебя любили. Холли били. Наверное... А, подожди, это вот... Я наверх, да?
Это вообще вот отсюда мы пришли. И типа какой-то умик сказал, нам нужно это, красной ветки держаться. Только что значит держаться красной ветки? Стопы, да, сюда. Сюда балабас. Значит, однозначно только сюда. Вот, ну все. Так, начинается атака. Спасибо, что предупредили. Так, ну... О. В общем, значит, нам надо куда-то найти проход. Да, ну-ка, вот здесь, сюда. Если я присяду, я смогу пролезть. А с этой стороны? Тоже нет. Ну, там, в принципе, наверное, ты где вот тоннель видел? Вот туда и надо было, наверное, щемануть. Там, да? Так, прикольно, что... А, вот он, ты тоннель видел, сюда. Давай вот сюда мы ищем о нем. А, ну хотя, наверное, ты вот... Так, скажите, куда идти? Кто-нибудь, что-нибудь скажите? А? Вы хоть кто-нибудь, что-нибудь знаете? Чем мы тут вообще ходим? Кого мы тут ищем? Коктейли Молотова! Я уже... Тут был или нет? Здесь все горит, не спуститься. Куда идти-то? Здесь тоже тупик. Может, двери вот эти как-то открываются? Смотри-ка, точно открываются. Ну, только то, что она открылась, а толку-то с этого. Атака начинается, отлично. Сюда можно. Ну, сюда вниз можно спуститься. Red Line показывает. Сюда? Или что ты показываешь? Подожди. Нет, это... Ну, это я опять это просто отсюда. Так, ну ты вот показываешь Red Line сюда. Значит, нам надо... Сюда... Красная линия. Вот она, красная линия. То есть нам сюда надо идти, да? И чё? Ну вот она, и чё? Куда тут идти-то, блин? Тут некуда идти. И тут некуда. Только вариант, получается, через вагон пройти. А через вагон пройти, там дверь закрыта, да? Закрыта? Закрыта. Тогда куда я должен идти? Или как я должен туда идти? Red Line, Red Line. И в ту сторону он показывает. А, не, ну он просто показывает, что это красная линия, да? Значит, если я туда не могу идти, значит, мне нужно идти сюда. И мне нужно держаться красной линии. То есть все время идти... Все время идти... Здесь мои припасы! По красной линии. А какая из них красная? Вот тут разветвление. Сюда уже не пройти, да? Все... Окей. Сам с собой разговариваю. Ну давай, вот здесь мы попробуем. А чё ты подлез-то, ёптать? Чё ты подлез?
Так, тут... Тут не пройти. Ну, вот сюда можно подняться, да? Не, ну хорошо, что, блин, хоть этих мудаков лутать не надо. А то здесь такие толпы зомбаков, что я бы это... Я бы все время тратил только на лут. Я же не могу вообще, знаете, если... Если есть лут, его надо поднять. Я жадный до этого дела, поэтому... Плюс разработчикам за то, что лут не сделали с мобов. Так, чё? О. Здесь есть оружие. Оба-на. Снайперка есть. А это что такое? У нас тут оружие. Вот, вот что я возьму. Ну-ка. Вот это, да? Вот она, красотка. Красотка прям. Ну что? Что, ребята? Потанцуем? Доктор Джекил. Да? Джекил и Хайд. Бил. Слушай, надо мудаков этих подлечить. Надо подлечить. Так, Луиса, Била кто подлечит? Эй, подожди, а как? А, вот так, да? Ну, я тебя хочу, например, вылечить. Так, я тебя подлатаю. Вот так, да? Хватит драться, дай тебя вылечить. Я твой должник. Сочтемся. Это что такое? Хер его знает. Что я взял? Так, все. Поперла атака на нас. Оба-на! Таблетки. Бери таблетки. Так. Здесь есть коктейль Молотова. Есть коктейль Молотова. Ну вот эта штука, конечно, да, там стационарная зенитка. Так, подожди, а если... А, вот оно что, да, как? Вот оно как. Прикольно. То есть, если тебя подобрать, тебя можно кинуть. А ты взорвешься сейчас? Нет, в огне? Взорвалась. Ну что, пошли сюда, ребята. Погнали. Пилот вертолета, всем, кто меня слышит, не направляйтесь в госпиталь Милосердия для эвакуации. Повторяю, направляйтесь. Блин, упал.
Ой, 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 ой. Нет, чувак, извини. Не похож, я просто перепутал. Так, боекомплект пополняем. Здесь боеприпасы. О, так, это чё? Здесь куча стволов. Это снайперка, да? Ну, снайперка сейчас не актуальна, она. Снайперка не актуальна. Здесь есть оружие. Потому что пока некого с дальней дистанции убивать. То есть снайперка, она актуальна для стелсов прохождения, если ты втихаря идешь, там, шифруешься, там, да? Пытаешься как-то скрыться, не запалиться. А тут вон, они летят как ненормальные, как сумасшедшие. Попробуй. Блин. Так, а стоп, как мне таблетки? Обезболивающие таблетки служат для временного повышения здоровья. Понятно. Временное повышение здоровья. Постой, у меня кое-что для тебя есть. Что у тебя есть для меня? Таблетки? Никто снайперскую винтовку не взял. Поняли, какие они? Никто не взял снайперскую винтовку. Потому что она говно, если персонажи игровые их не берут. То зачем тогда она мне, если эти не хотят ее даже брать? Жиробас бежит. Отсюда никто не пойдет. Перезаряжаю. Не, вот сейчас бы, знаешь, не спеша проходить, вот эта снайперская винтовка, она бы пригодилась. Издалека вот просто их пах-пах щелкать.
Да. То она бы. Ах ты ж черт. Блин, опять по вам попал. Заходите вовнутрь, дверь закроем. А толку-то от двери, если они окна разобьют. Так, доберитесь до убежища. Все. Отталкивайте врагов, если побираться. А что-то я не прочитал, как отталкивать оружие и полезные предметы. Нанесено больше всего. Так, мне надо похилиться. А, меня лечат, хорошо. Мудаки, блин. Аптечка. Так, а ты у нас чё, как стреляешь? О! Еще быстрее. А вот как посмотреть урон у кого, что помощнее? Что по урону-то у кого? Блин, я что сюда? Не могу. Вот. Так. Прикольно, конечно, прикольно. Так, штурмовая, снайперская и карабин. Нет. Мне это ничего не надо. Так, так, туда, никуда. А. А зачем мне как-то... Блин, надо вот это. Да чтоб тебя, блин. Чтоб тебя нахер. Перекосило, мудака. А чё за прикол-то? Почему они все на гранату бегут?
Перезаряжаю! Мерси. А, подожди, это мне... Это мне вон туда надо, к Мерси пробраться, к этому госпиталю. Так. Бомбы ни хрена нету, да? Ребята, сюда. Все поднялись. Ой, что-то я это там прям увлекся процессом истребления. Блин, не то захавал. Охотник схватил Луиса. Да, что-то махом вы. Ну, чувствую, если бы повыше. О, подожди, вот. Патрончики. Так, что здесь? Уровень сложности был бы повыше, то... Здесь есть оружие. По жести было тут бы, конечно. По жести было бы, конечно, вообще так. Так нормально, чисто это. По фану такой идешь. Убиваешь. Так, а что здесь? Да здесь, похоже, особо-то и чё, вот, оружие только такое и такое, да, и с этим оружием. Так. Я слышу. Танк. Этого мудака зовут танк. Бил, надо подлечиться, точно пригодится. Бежаю!
слышу охотника. Прикройте меня сзади. Я понял, в чем прикол у меня. У меня же этот на автоматическую стрельбу стоит, поэтому такая фигня была. Вот оно что. Для пистолета. Блин. Перезаряжаю! Перезаряжаю! Так, а нам надо вниз спуститься или что? Перезаряжаю! Вопрос. А, это курильщик был? Сори, я не понял и убил тебя. О, смотри. Дым такой, что-то с замедленным действием. Это где-то толстяк ходит. Где? Сука, где ты прячешься, мудила жирный? Коктейль Молотова. Что-то это типа Doom, во, типа Дума, только не такое динамичное там, да? Не такое динамичное. Что ты слышишь? Ведьму? Ведьму он слышит. Слышит ведьму. Давай найдем ее. Ну и, конечно же, уничтожим. Сюда, что ли? Блин, не, я не хочу туда лезть. Вот таблетки! Ну, походу, в подвал придется лезть, а что делать? Но я не хочу туда лезть. Ненавижу канализацию.
А, меня убили, да? Чудесно. Как самочувствие? Так как? Встретиться с сотней оставшихся. Меня убили. Как самочувствие? Я сдох. Вот как самочувствие. Спасибо. Да, никаких проблем. А я ведьму-то убил? Ну, вроде да. И чё, и куда теперь? Долбанные развилки. Так, давай-ка мы попробуем налево. Правило левой руки испробуем. Опять. Что за херня-то? Долбанные толстяки эти. Надоели брызгать уже. Так, а там прохода нету, похоже. Ну-ка вот сюда, если. То далеко мы выберемся, попадем. Нет. Здесь туннели, лабиринты всякие. Блин. Капец, да, без карты это вообще жизнь жесткая. А, ну... Я почему хожу? Чё она так... Так, а здесь, по-моему, мы были, да, значит? Или нет? Здесь есть коктейль Молотова. А чё такое? Так, а вот сюда... Размеры сделаны непропорциональные. Иногда кажется, что ты на корточке присел. Эй-эй-эй-эй! Блин. Так, подъезжайся сюда. О. Вот мы. Луиса завалили. И как тебя там теперь воскресить, Луис? А, ты очухался, да? Ну, может, потому что тебя убили? Так, куда? Вон туда? Капец, блин. Нам нужно пробиться в госпиталь. А, то есть еще куда-то пробиться нужно? Я думал, мы уже пробились в госпиталь. Все, мы пробились в госпиталь. Все сюда! А что такое? Слушай, кто кричит? А кто кричит? Нахер ты снайперку взял? Давайте, девчонки, все сюда! Курильщик! Быстро внутрь. В какой внутрь?
О, ты что, снайперку взяла? Так, а кто? Подожди, раз, два. А где еще один наш бегает? Вон тот? Слышь, кто там бегает-то из наших? Луис, ты вот скажи, ты полудурок или полный дурак? А? Я помогу. Я помогу. На какое-то время остановлю кровь. Но аптечка все равно пригодится. Я заезжаю! Если такое случится с тобой снова, тебе конец. А может, мы все-таки пойдем вовнутрь, а? Как вы на это смотрите? Луис, ты что там, прилип что ли, или что? Что случилось-то с тобой? А? Постой-ка, мне надо тебя подлечить. Пиздец, ты забаговался что ли, или что? О-о-о. Я думал, ты полудурок. Короче, он забаговался, походу. Зашибись. А, вот тут. Короче, я не знаю, что с Луисом делать. Пошел он нахер. А я не могу эту открыть. То есть, пока мы все сейчас не соберемся, я не смогу открыть. Все. И чё? Вот она открылась. Не, ну прикол-то в том, что Луис-то, он там багованный. Как сделать так, чтобы Луиса-то забрать? А? Или подожди, может быть, сперва нужно всех это... было убить, закрыть, и тут откроется. Да нет, она не открывается. Походу, всем надо собраться. А этот дурила там багуется. Ну, пойдемте, ребята, что делать? Сука. Ну-ка, подожди, давай попробуем спуститься вниз. Может, они сейчас все вниз спустятся? Так, Луис спустился, хорошо. Пошли наверх. Может, сейчас он разбагуется? Луис, поднимайся. Все, он разбаговался, слава богу. Уходим, уходим. Давай сюда. Это становится еще забавнее. Фух. Убил наибольшее количество зараженных. Пенни Пратс.
Так, что, держитесь подальше, Пенни. Убийца танков. Нанесено больше урона в танку. Тоже, да? Так, ну, я просто черт его знает, как игруха сохраняется. По какому принципу она действует. Просто сейчас, если выйдешь, там придется заново начинать. Или как-то здесь это все будет. Либо это как контрольная точка уже, все. Дальше там не будет. В общем, тогда что? На сегодня все. По Left Dead. Вот. Потом поиграем в нее дальше. Я маленечко прочитаю по это. Про сюжетку. Ну, то есть, что тут. Ну, даже скорее всего, тут не сюжетка, а в чем суть. Ну, суть я понимаю, надо добраться, скорее всего, до конца. В общем, на сегодня, ребят, все. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока и до новых встреч!